программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. И вновь придется потерпеть. Десятки горожан сегодня остались без горячей воды и газоснабжения. Здравствуйте, люди! В Барнауле открывается Всероссийский фестиваль спектаклей по произведениям Шукшина. Пловцы вернулись с победой. Наши корреспонденты встречали триумфаторов-паралимпийцев. Более 23 тысяч барнаульцев, а это 60 многоквартирных домов, сегодня остались без горячей воды. В основном это жители индустриального района. Также без водоснабжения остались 3 детских сада и 2 школы. Причина отключения – ремонт тепловой сети в районе улицы Балтийская. Специалисты сибирской генерирующей компании сейчас устраняют там повреждения на трубопроводе диаметром 500 мм. Как сообщают в СГК, подача горячей воды будет восстановлена только завтра утром. И сегодня же остались без газа и горячей воды жители 100 многоквартирных и 300 частных домов. Речь идет сразу о 10 улицах в центре города – Пушкина, Никитина, Короленко, Партизанская и не только. Под отключение попали и несколько котельных МУП «Энергетик». Причина – внеплановые работы на газопроводе. Голубое топливо вернется в дома после 5 вечера. Готов ли край к зиме, сегодня обсуждают на заседании правительства региона. По данным Алтайской государственной жилищной инспекции, Барнаул к началу холодов готов, но пока лишь на 84%. Для сравнения, Рубцовск на 91%. И это город, который еще несколько лет назад вообще не мог начать отопительный сезон без помощи властей края. Тем не менее, специалисты жилищной инспекции отметили, что подготовка многоквартирных домов к зиме проходит лучше, чем в прошлые годы. Отстающим от графика управляющим компаниям выписаны предписание. Кстати, на ремонт коммунального хозяйства края, это замена котлов, километры сетей, в этом году потратили почти 4 миллиарда рублей. Наша съемочная группа сейчас находится на заседании правительства. Подробности в вечернем выпуске, а пока продолжим. Корреспондент Илья Кочетков выяснял, насколько велики шансы особняка купца Паскотинова в Барнауле, чтобы он не только сохранился, но и получил новую жизнь. Нам стало известно, что Краевое управление по охране объектов культурного наследия намерено через суд заставить владельца особняка выполнить реставрацию этого исторического здания. Других средств сохранить памятник, уверены в ведомстве, просто нет. Анатолий Овчинников – барнаульский бизнесмен редкого профиля. Он занимается исторической недвижимостью. 2 года назад, несмотря на сомнения коллег, облагородил историческое здание на Льва Толстого и сделал его доходным. Сейчас занимается еще одним памятником. Глядя на развалины дома Паскотинова, видит не проблему, а скорее возможность. У меня давно руки чешутся. В городе нет хорошего гостиничного комплекса именно с историей, с архитектурными такими решениями, с отсылом на прошлое. Хороший мини-отель с хорошей атмосферой, с хорошим номерным фондом. С точки зрения логистики, мы находимся в 2 шагах от центральной нашей улицы, проспекта Ленина. И туристы, как бизнес-туристы, так и просто туристы, приезжающие в город, я думаю, бы рассмотрели варианты размещения. Правда говорит, на одну только реконструкцию придется потратить не 10 миллионов рублей. Настолько плачевно состояние дома. Его опасения разделяют и многие другие барнаульцы. Горожане даже провели в соцсетях своего рода флешмоб, предлагая самые разные варианты для реновации строения. Среди вариантов, которые предлагали барнаульцы, были довольно экзотические. Например, разбить здесь, во дворе, сад. Дескать, и так все заросло, и вкладываться сильно даже не придется. Это было бы даже забавно, если бы не было настолько грустно. Как нам пояснили в Алтайохранкультуре, у особняка 2 собственника. Малая часть принадлежит одному барнаульскому бизнесмену, большая – Росимуществу, то есть фактически государству. В прошлом году Охранкультура обязала собственников начать реставрацию здания, но эффект нулевой. Никаких мер собственник не предпринял, и поэтому было принято решение обратиться в суд уже непосредственно с иском о понуждении собственника к исполнению мероприятий, которые бы способствовали сохранению объекта культурного наследия. Или на первом этапе, по крайней мере, остановили его разрушение. Краевые чиновники надеются, что судебный процесс поможет хотя бы остановить разрушение памятника. Архитектор Александр Деринг уверен, чтобы это и другие исторические здания стали привлекательны для инвесторов, нужна добрая воля прежде всего городских властей. То, как это происходит, например, в таких сибирских городах, как Иркутск, Красноярск, Томск. Там у них есть программа, там создали программу
которые участвуют и город, и городские власти, и областные. То есть там, в общем-то, это все работает на какой-то хороший результат. То есть там видна, есть программы и видны горизонты там. То есть для людей, для бизнеса понятно, да, они себя там видят, поэтому они участвуют в этом. А здесь они не видят себя. Пока ситуация в Барнауле не изменилась, уверен он, необходимо продолжать привлекать внимание общества к проблеме разрушения памятников. И надеяться, что появится богатый и отчаянный инвестор, который на свой страх и риск возьмется подарить тому же дому Паскотинова вторую жизнь. Илья Кочетков, Николай Шелков, «День с толком». Накануне сотрудники Краевого управления МЧС отметили праздник своей профессиональной иконы, иконы Божьей Матери. Именно она считается защитницей от пожаров и стихийных бедствий. Спасатели отметили праздник по церковным канонам, а они приняли участие в молебне на территории Иоанна Богословского храма в Барнауле. Здравствуйте, люди, скажут сегодня зрителям участники Всероссийского театрального фестиваля в честь 90-летия Шукшина. На сцене Барнаульского театра драмы почти неделю будут показывать спектакли по произведениям Василия Макаровича. В мире такого еще не происходило ни разу, чтобы сразу несколько спектаклей по произведениям Василия Макаровича Шукшина на протяжении 8 дней были бы показаны на одной сцене в одном городе. Всего покажут 7 спектаклей. В их основе в общей сложности более 30 рассказов Шукшина. В краевую столицу приехали актерские труппы из Москвы, Твери, Омска и Новокузнецка, свыше 200 человек. Сегодня торжественное открытие фестиваля. Перед театром драмы будут работать тематические площадки, а на сцене выступит московский театр-студия у Никитинских ворот. К новостям спорта. Теперь можно с уверенностью сказать, в Бийске живет один из лучших параспортсменов России. Это пловец Роман Жданов. Он и его коллеги по команде вернулись с чемпионата мира по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. В аэропорту чемпионов и призеров встречал наш корреспондент Андрей Дреер. По трапу они сошли уже чемпионами, а в центре внимания, конечно, бийчанин Роман Жданов. Он привез из Лондона 5 бронзовых медалей, 1 серебро, 3 золота и 3 мировых рекорда. It's Roman Zhdanov again. 3 world records for Zhdanov. Кому хочешь посвятить свои победы? Мне кажется, тренеру и родителям, это самое главное. Также, да, мне кажется, оно идет всем, кто поддерживал и просто рядом был. Это тут есть частичка каждого. Конечно, здесь есть заслуга каждого, но в первую очередь тренера. Все участники мирового первенства из Алтайского края – это воспитанники Елены Соколовой. Все они из Бийска. Надеемся, что она уже готовит новых звезд. В данное время есть спортсменка Калентея Ивановна, которая также внесена в систему «Адамс». То есть это антидопинговая система. И я надеюсь, что в ближайшее время, она член сборной России, что в ближайшее время выехаем на международные старты, вот, где она получит международный статус и также будет, я думаю, надеюсь, на Олимпиаду. Подопечного Елены Романа Жданова по итогам Лондона можно назвать лучшим пароплавцом России. Сейчас он поедет отдыхать, а впереди у него чемпионат Европы и главный старт следующего года – Паралимпийские игры в Токио. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Эвалара». У меня к этому часу все новости. До встречи.